Я сегодня счастлива. Во-первых, я окунулась в свое детство. Я вроде человек не старый, но это было 20 лет назад. В школе я училась это с 14 лет. Учителя почти не изменились. И как здорово, что педагогический состав сохранился. Я увидела ребят. Они задавали такие интересные вопросы. И такое было познавательное для меня общение после встречи. Я горжусь выпускниками нашей школы. Вообще горжусь нашим поколением. Мне кажется, они лучше нас. Они умнее нас. Поэтому я думаю, что наша страна в хороших руках. Их просто нужно поддерживать и чуть-чуть направлять. Я хочу сказать, что, конечно, наша гимназия уникальна тем, что она разносторонне нас развивает. Но, конечно же, разве можно забыть наши выезды? Поэтому, Майя Борисовна, я помню, как мы готовились к этим выездам. Я к своим концертам в Кремле так сейчас не готовлюсь, как тогда, серьезно. Я разделяю ценности этого движения, это целеустремленность, толерантность, уважение к старшим. Мне кажется, это настолько необходимая акция, особенно для нашей молодежи, которая должна помнить подвиги наших дедов, должна помнить своих учителей, которые помогли им сформироваться как личностям. Они не должны забывать своих родителей, которые подарили им жизнь. Сегодня 27 января, день снятия блокады. Я не хочу, чтобы мы забывали историю. Я хочу, чтобы наши потомки, наши дети, внуки, правнуки помнили о подвигах наших прадедов. Мне кажется, вот подобные акции, они настолько нужны. Чем больше таких встреч будет происходить с молодым поколением, тем лучше. От них зависит, какая будет наша страна. Я хочу, чтобы мои дети учились в России. Я хочу, чтобы наша страна была самая преуспевающая. И она и есть самая преуспевающая. Просто много еще нужно сделать. Я хочу, чтобы эти песни знали ваши дети. Я хочу, чтобы эти песни знали ваши внуки. Вы наше новое поколение. От вас зависит наше будущее. Поэтому давайте помнить о своих корнях.